չեմ ասում, որ նարեկ ընկերությունն է մեր մոտ դրա համար, բայց օրինակ Autocento, ասենք ոնց որ իրանք են, կարելի ասել են գլխից, այդ իրանք ներդրումն է եղել, որ ասենք Հայաստանում այդ բառը գիտեն, հա, ասենց կարելի անվանել։ Շատերը մեծահարուստներից թե արեստավորներից կապ չունի, ինքը ներքի տեսակ է, հասկանում եք, կա ուրիշ, ոնց որ BMW ու Mercedes, հա, ասենք մեքենա է, հա, բայց ասենք մեքենային միշտ BMW ասեն օրինակ։ Ինքը մեքենայի մոդել է BMW-ն, հա, նույնն էլ Autocento-ն դա ներքի մոդել է, ներքի տեսակ է, բայց սաղ, ասենք մի հատ ISTP-ի կսած ներքին տեսնում, ասում են, էսի Autocento-ն է։ Հա, Autocento բառը շատ ենք լսում, եւ դիզայներներն ասում, եւ ապլիկատորները, եւ ժողովրդի մեջ ոնց որ լսում ենք այդ բառը, բայց ինչա, что скрыто за этим? За этим словом итальянским скрыта декоративная краска, с помощью которой можно получить прекрасную квартиру, прекрасную поверхность, которая удовлетворит высокие вкусы те, кто любит классику, и не только классику. Значит, эта поверхность получается с помощью краски Autocento. Она имеет шелковистую структуру, интересную текстуру и очень большую цветовую гамму. Значит, стены, покрытые Autocento, напоминают стены, драпированные тканью, дорогой тканью, бархатом, парчой или шелком. С помощью этой краски можно в квартирах получить уют и комфорт. Но современные дизайнеры сейчас очень часто говорят, что Autocento имеет большой блеск. Да, она создана на основе перламутра, поэтому, естественно, обладает довольно большим блеском, но который меняется в зависимости от направления света. То есть в своей квартире вы в течение суток или в зависимости от того, как расположены ваши декоративные светильники, вы будете иметь поверхность совершенно разную, утром и вечером, скажем так. Плюс ко всему, в этом году это новый компонент для Autocento, созданный Oikos фирмой. Значит, опако-добавка, при добавлении которой в Autocento вы уже получаете не перламутровую поверхность, а более матовую. То есть вы имеете Autocento в матовом исполнении. Можете, если хотите, вот так я передам, посмотреть, потрогать, так сказать, их. Что сейчас получается, да? Пощупать на ощупь, получить, что за структура. Да, вот и большая, очень большая цветовая гамма. И я еще хотела вам показать инструменты, с помощью которых получаются эти эффекты. Что используется? Основной эффект для классики – это антиковилюта. Наносится шпателем. Значит, есть эффект дамаску. Дамаску ткань наносится с помощью морской губки. Есть эффект, называется империали, наносится вот таким тампоном. Ну и современные новые эффекты, там сета есть варцином, то есть кистью, потом вот такой вот тампон Миллериго называется, это, ну, эффект вот ткани, там есть название Турандот, Кармен и так далее. Можно получить эффект дерева с помощью вот такого инструмента, у Айкоса есть. В общем, это все, что мы предлагаем нашим аппликаторам для создания новых эффектов. Еще я хотела сказать немножко о преимуществах Autocento. Ну, во-первых, эта краска, то есть стены, покрытые Autocento, дышат. Это значит, что она паропроницаемая. Под этой краской не собирается влага, не образуются бактерии и не будет ваши стены заплесневать. Второе – это ее экологичность. Они не содержат формальдегида, в них нет тяжелых металлов в их составе. То есть эта краска абсолютно безопасна для здоровья человека и окружающей среды. Поэтому в квартирах, то есть в детских комнатах, в спальнях, везде ее можно наносить. Если вы откроете банку, вы почувствуете, какой запах она имеет, хорошего парфюма. Вот такое.
Ну, плюс ко всему, бархатистый стен вы имеете. Вы имеете эксклюзивный вариант, потому что каждый мастер, который наносит оточенто, как почерк человека, у каждого индивидуальный, также индивидуальный способ нанесения оточенто. На первый взгляд может показаться просто какие-то хаотичные движения. Нет, если у хорошего мастера эти движения отточены, очень приведены в порядок. Сегодня мы разговаривали с одним мастером, очень хорошим. Он говорит, я свет выключился, я продолжал работать. Продолжал работать, не глядя. Потом включил свет, я не понял, где у меня там, какой был отрезок, где я работал без света. То есть движения такие точные, что у него получается все нормально. А если новичкам всегда объясняем, кажется, на первый взгляд все легко, но это на самом деле не так. Нужно иметь, нужно попробовать, нужно иметь опыт для того, чтобы не испортить материал и чтобы не получилось вот на стене какая-то такая размазня или каша с помощью оточенто. Мы большую работу проводим с аппликаторами уже на большом отрезке времени. Есть мастера, которые проходили и получили сертификаты в Италии. В этом последний мастер-класс у нас был в марте месяце. Были представители фирмы «Ойкос». Проводили семинар, и наши хорошие мастера получили сертификаты. То есть проблем с краской для клиентов не будет. Самое главное, чтобы они выбрали для себя правильный цвет, так сказать, чтобы потом не было никаких вопросов. Это, наверное, самая лучшая краска оточенто, которая поддается реставрации. Плюс ко всему, забыла сказать, вообще-то во влажных помещениях, естественно, нежелательно ее использовать. Но есть защитный лак, вот «Элюкс» называется. Даже в ваннах можно покрасить эту краску, нанести этот вот «Элюкс», и она будет служить вам длительное время. И плюс еще хочу сказать, что оточенто прекрасно моется губкой, мыльным раствором вы можете наносить в течение 80 лет, не меняет цвета, то есть она не боится ни света, ни воды. Вот такой вот хороший материал. Спасибо.